Здравствуйте. В этом году погибло много пчел, и ходили предположения, что это от вышек 5G. Ну, много мнений пчеловодов я слышал. Ну, тут центр города, 10 этаж, в принципе, пчелы живут. Так что все-таки думаю, что это где-то ошибки пчеловодов, что не перезимовали. Но у нас в Ленинградской области, конечно, зима была отвратительная, снега не было. Кажется, она и была и теплая, и в то же время очень сырая. Семьи, в принципе, не такие сильные вышли из зимы. Ну, как половина на половину, нормально. А я вот сюда привез два ведерка пчелы. Расплод не стал брать, то есть отправлял ведерки с супругой. И не знал, думал, как она подселит, там рамку она же не поставит. Сама побаивается еще. Ну, ведерки с пчелами заселил. Заселила, перевернула вечером. Уже темно, отогнула холстик, поставила. Я хочу сейчас посмотреть, что тут происходит. Хоть они хоть чуть-чуть усилились, матка чуть побольше хоть начала сеять. Все-таки вон та липа меня очень сильно заманила. В этот раз поеду, может быть, получится самому вернуться. Привезу рамочку расплода. Ну, любопытно, что здесь у вас? Как вы себя чувствуете? Что там же вообще было горсть пчелы. Ну, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Сейчас глянем. Пчела, в принципе, активная. Потом покажу. Сейчас, девочки, ждайте. Но как-нибудь осторожненько дайте, я посмотрю вас. Корма есть. Так, какой-нибудь тяжелый. Потом отпущу, закрыть вот балкон. Они летают. Много пчелы залетает. И, ну как немного, но есть. Которые путаются со стеклом. Вот, и не могут вылететь. Потом приходится их выгонять. Не ругайтесь. Ну если цапнете, слава богу, с этим коронавирусом помогаете вы. Нет, расплода нету. Пчелка такая, хоть более-менее активная. Радует. Приехал тут многие. Ну уйди, уйди. Многие сразу, кто пчел ставит, просили поставить пчел, потому что и работают с этой инфекцией. Не знаю, есть он или нету. Как профилактика? Ну вот маленький пятачок, конечно, расплода печатного. Ну, конечно, это мало. Сюда нужна рамка расплода. Такая нормальная, полноценная, желательно с пчелой. Да, они пойдут. Ну-ка, и что тут еще у вас на крайний? Пчелы, конечно, нет. Девочки, привезу я вам расплодик. Ну, хоть живые, и то хорошо, слава богу. Перезимовали, помогли нам во многом. Такая ситуация. Сейчас еще пару пчелок и себе поставлю для профилактики. Но многие спрашивают, как они на балконе. Ну, вот так вот. Конечно, слабовато. Слабовато, очень слабовато, но девочки, подсилим. Так что
тут 6 рамок. Больше я сюда привозить уже, конечно, не буду. Лишь бы так они принесли чего-то. Развились хорошо до осени, до пережили. Ну-ка, давайте идите. Идите там. Идите. Идите, идите. Летает, ну конечно, вот кто на балконе остается. Нет, летят, леток. Летят, леток, в принципе. Ну и здесь остаются на балконе. Сейчас я, конечно, их окно открою, выпущу.